Radiant Team Ban. Team Secrets turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant Team Pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. А мне получилось... О, привет, Лекс. Так, давай мы с тобой по времени сориентируемся. У тебя игра уже загрузилась? Меня не слышишь. Меня не слышишь? Так, Лекс меня не слышит, значит, мы будем это как-то фиксить. Что-то странно. Раз, два, три, ты меня слышишь теперь? Ну вот, все замечательно. Так, давай сразу с тобой по времени сориентируемся. У тебя сейчас какой тайм? Пауза стоит, да? А, подожди, у тебя драфты идут. У меня уже пошла игра. Все, добро, давай так, второй карте соединимся и будем смотреть дальше. Давай. Так, ну хорошо, друзья, первую карту будем, значит, соло отрабатывать, потом Лекс присоединится и пару ласковых тоже скажет о том, что он, собственно говоря, думает об этой самой квалификации. Итак, ну, ладно, в общем-то, вы знаете такие секреты, я думаю, да, и почему они здесь оказались, почему оказались в опытной квалификации. Так уж произошло, что буквально после Маниловского мейджора и Team Secret, и EG внезапно решили, что текущими составами на тот самый момент они не смогут хорошо себя показать на International, соответственно, хорошо себя показать на квалификациях закрытых, да, и поэтому решили сделать замены. Замены быстрые, исключительно такие вот резкие и для всех неожиданные. Поэтому в составе оказался Бульба. Вот, и, собственно говоря, Universe ушел, и Universe оказался теперь у ребят из Evil Genius. Поэтому Evil Genius и Team Secret играют в опен-квалификациях. Соответственно, EG будут играть в американской опен-квалификации, а вот Team Secret у нас в европейской. Посмотрим, смогут ли Envy и его компания пройти первую эту самую опен-квал и взять себе слот. Я уверен, что многие из вас, многие из комьюнити, да большинство, я уверен, все-таки болеют за эту команду и уверены в том, что они должны будут проходить эту квалу. Но, как еще раз повторюсь, Best of One система здесь эта самая рулетка будет очень сильно решать. Кто-то может до конца не дойти. Конечно, тут самое важное добраться до стадии полуфинальных, потому что, напомню, с полуфинальной стадии начинаются уже игры Best of 3. Вот, но до полуфинала вообще нужно будет дожить. Вот такой вот формат. Ну хорошо. Хорошо, как видите, драфты были уже сделаны. Давайте просто пройдемся по героям, посмотрим, что взяли у нас противники. Team Secret, команда DT. Макаро будет играть на виспе, Свен будет у них также в составе, Школьник будет играть на Свене. Ну, в общем-то, ничего удивительного, да, Школьник на Свене всегда играет. Без разницы, играть на Леоне. В миде будет стоять Баджик,
от Ауфема. И на сложной линии у нас, видим, стоит Фурион от Old Pass. Ну и непосредственно Team Secret. Twilight Day. Switch Doctor. Артизи будет фармить на Эмбер Спирите. Энви сыграет на Деспрофит в миду. Снизу пупейная Элдер Титания. И вот такой вот интересный пик в виде Дарксира от Бульбы. В общем-то, пока все более-менее ровно. Обратите внимание, что Team Secret не стали выпендриваться с первого же матча. Пикают героев, таких, которых они бы наверняка взяли где-то уже против более сильных команд, да. То есть они не делают каких-то поблажек, никаких скидок на тех, с кем они играют. Они будут, я так понимаю, играть серьезно каждую свою карту. Вообще, конечно, от команд, которые являются фаворитами в рамках вот таких вот квалификаций, они, ну, зачастую стараются брать такой драфт, который позволяет им довольно быстро игру закончить. То есть какой-нибудь пуш жесткий, например, да, герои, которые там не особо сильно упираются в лейт. Ну, что-то из такого разряда. Но это всегда очень рискованно, конечно, и поэтому видим, что с Team Secret рисковать не хотят. Ну, уже сделали First Blood. Кстати, было бы довольно забавно, конечно, увидеть поражение Team Secret в первом же раунде, например, от Фуджа. Я думаю, об этом поговорили в ближайшие несколько лет. Но вероятность того, что выиграют эти вот ребятки из-за Radiant, это, конечно, безусловно, мало. Тем не менее, всякое может произойти, всякое может быть, именно поэтому мы здесь с вами находимся, для того, чтобы проследить, все ли так хорошо будет у команд, которые являются фаворитами. Вот первый хук от Пуджа, немного неточный, в один не попадают. Напомню еще раз, дорогие друзья, то, что на многие начало трансляции не поспели. На первом канале, вот именно здесь, где вы сейчас находитесь, где вы нас будете слушать с Лексом, будет проходить игра исключительно Team Secret. Только Team Secret мы с вами будем здесь смотреть, против кого бы они ни попались. На втором канале, скорее всего, там Майлштром и... Фух, слушайте, точно. Точно, ну надо зайти посмотреть, но Энви... А, Энви не растерялся, развернулся и, видимо, сделает килл. Доминация идет по всем фронтам, абсолютно по всем линиям. Да, здесь уже шестой фраг, трипл килл по IPUP. В общем-то, пока ничего удивительного. Так вот, на втором канале, на twitch.tv/2ruhub, для вас будут комментировать Вова, Майлштром и Дмитрий Light of Heaven. Матчи с участием одной из СНГ-команд. Но подозреваю, что Polarity, наверное, возьмут они наоборот. Может быть, Team Spirit. Захотят. Ну, естественно, другую команду, которая останется, она будет транслироваться на третьем канале, twitch.tv/2ruhub3. Там вы тоже можете посмотреть трансляцию одной из наших СНГ-команд. Так что в таком вот темпе Рухаб будет вести три трансляции одновременно, показывать вам то самые интересные, самые важные матчи по ходу сегодняшнего дня. Ну, как понимаете, именно в таком формате мы с вами будем смотреть матчи все 4 дня подряд всех квалификаций. У нас будут европейские под вечер, у нас будут днем Си-регион, китайский регион, ну и под ночь у нас сегодня также начнется еще и американский регион, где, конечно же, будут показаны Evil Geniuses. Что 8 фрагов уже сделали Team Secret, в общем-то, ничего удивительного. Я не ошибался, когда сказал о том, что игры будут, скорее всего, не более 15-20 минут протекать, особенно первые. Пока, конечно, об этом говорить несколько рановато, все-таки 4-я минута, но доминация уже довольно существенная, и здесь, ну, Team Secret не оставляет никаких шансов, конечно. Но все-таки хочется, очень хочется, признаюсь, увидеть парочку интересных хуков от Пуджа, каких-нибудь результативных выходов, под смоками, может быть. По, не знаю, Артизи, например, этот вот Ауфем забрал. Мало ли такое может случиться. Хочется, конечно, сразу же обратиться к сетке. Я так мельком успел ее посмотреть. Очень удобно так получилось, что Team Secret оказались самыми-самыми верхними в сетке. И, ну, их просто очень-очень быстро можно найти. Если вы сетку откроете на фейсе, вы сразу их обнаружите. Вот, а где находятся остальные команды, я пока не знаю. Но вот в ближайшие два раунда, я смотрю, наших СНГ-команд нет. Ну, таких известных, я имею в виду. Третий раунд вроде бы тоже не попадаем. В любом случае, вот из тех тегов, что там имеется, у меня знакомых здесь нет. Примерно знаю, кто под каким тегом играть будет, как из наших более-менее знаменитых команд. А вот у Secret пока такие не попадаются. Конечно же, мы не исключаем такую возможность, то, что прямо вот в этом же раунде, в первом, может быть, во втором, где-то условно Polarity нападут на Team Spirit. Это будет, конечно, мега заруба в Best of One, но такое может случиться. Сетка генерируется, напомню, случайным образом. Это может получиться все что угодно. Но благо для таких вот случаев как раз таки созданы две open квалификации. Поэтому если где-то команда оступилась разок, всегда есть возможность со второй open квалы зайти в закрытый. Пролистываю, видимо, где-то уж совсем внизу, конечно. Но пока 1024 команды в сетке, тяжело найти нужный тебе коллектив.
Пока не вижу. Ну, если у вас есть какая-то информация, вообще давайте коммуницируем, давайте, в общем-то, вы, работяги, будете нам кастерам помогать немного, вам будет удобнее смотреть сетку, пока мы будем транслировать игры. Пишите куда-нибудь в Твиттер или ВКонтакте, говорите, что вот где-то с тем-то играют, например, и так далее, того-то попадают, кто-то, может, уже сетку дальше просмотрел, поглядел, кто с кем может попасть, в каком-то раунде, это будет довольно интересная информация. 12-0 пока у нас здесь, 6-я минута встречи. В общем-то, ну, гол престижа, как он называется в футболе. Здесь мы, конечно же, килл престижа хотим увидеть от ребят из ДТ. Только кто его сможет организовать? Этот самый килл. Ну вот, может быть, Пуджик, конечно же, хочу Пуджик. Пуджик левел 5. Третий хук у него уже имеется. Конечно, линию он проиграл Envy. То, чтобы, конечно, прям совсем, ну, вообще да, совсем. Ладно. Тавр, знаете, может, ну-ка давай. Отлично, отлично. Все, денег тигритов лишили. Жить можно. Играть можно дальше. Вот, спасибо за за информацию о том, что название трансляции нужно поменять. Да, скорее всего. Скорее всего, этим не успели заняться. Делаем. Ну, под товарами тут уже щемит. По всем фронтам, опять же. На топе фраги делаются, снизу фраги делаются. 15-0. Пока так. А, есть еще, конечно, потрясающий коллектив КБУ, но мы его освещать не будем, потому что у КБУ будет своя трансляция. Насколько я знаю, состав там следующий. NS Dread, Вагамама на миде у них играет. Dread, по-моему, оффлейнер, NS Support. Еще два игрока, если я не ошибаюсь, там Факер вместе с инмейтом были с тендинами. Может, кто-то вместо них катает сейчас. Ну, вроде как стримить они будут сами, поэтому тоже посматривать. Конечно, тоже довольно интересно, куда эти ребятки смогут пройти. Я предсказываю не дальше раунда 1-128, но... Так, может быть и дальше пройдет. Ну и много, конечно, таких вот более-менее медийных ребят также будут участвовать в квалификации, как это происходило на протяжении уже последних несколько Valve-ивентов, да, маниловский мейдж, я помню, шанхайский мейдж, его квалификация комментировал. Знаменитые калибровщики, конечно же, будут принимать участие, я уверен, будут делать какие-то стаки. А если я не ошибаюсь, то даже его величество ПГГ также примет участие в этих опен-квалах. Стаков у них там только уже из олдскулов. Забловой, если я не ошибаюсь даже. Смотрите, ищите своих кумиров, своих любимчиков, болейте за них, переживайте, наблюдайте, конечно же, не пропускайте. International 2016 начинается прямо сейчас, дорогие друзья. Первая его квалификация уже... Сдвигает нас все ближе и ближе к самому главному событию этого года. Итак, ну, минус 5, да, я так называю? Да, минус 5. Без тимвайпа тут не обошлось. Один фраг сделали, боже, я пропустил, кто? Артити нафидел. Боже мой, кто его убил? Его убил Макаро. Вот это момент. Ну, понимаете, да, все, Артити. В одной, 12-й, против команды Тау не читим. Офидел на Эмбер Спирите. Так, конечно, не. Так как квалификации не выиграют, дорогие друзья. Так невозможно победить. Radiant's bottom tower is under attack. Ну, тут уже начинаются как бы личные просьбы от игроков проигрывающей команды. Но хоть что-то нужно, конечно. Но мало того, что они светились на стриме, это уже здорово. Сыграли против Team Secret. Вообще, на самом деле, вот эти open квалификации — это просто потрясающая возможность на одном поле столкнуться с игроками, у которых там по 8, по 9 рейтинга. Ну, по 9 это, конечно, я переборщил, но вот по 8 точно. Даже ради того, чтобы просто поиграть против Артизи, уже хукануть его разочек. Можно зарегаться с друзьяшками на open квалификации и принять участие. Это я говорю к тем, кто ленится. Я уверен, что трансляций таких много. Ребят, которые хотели бы, наверное, собрать состав, но не смогли по тем или иным причинам. Собирайте, друзья. Вторая квалификация будет послезавтра стартовать. Вы сможете на фейсте на нее зарегаться. И кто его знает, вдруг вы где-то там в одной 256 или в одной 64 нападете на КБУ и убьете, например, Дреда на ком-нибудь баджике. Сделайте скриншот, выложите в паблик и будете просто круты. Память на всю жизнь просто. Так что не теряйте такой возможности.
Потому что в обычном рейтинге, если вы зайдете в паблик покатать, вы там вряд ли встретитесь, вот, например, с Артизи там, или с Бульбой, или с кем-то еще, с Энви, потому что у них рейтинг запредельно высокий. До них добраться тяжеловато, вот так вот. Туда даже паблики рекламируются. Пытаются максимум из возможного вынести с этой игры ребята из ДТ, причем не по дотосфере. Ну, или так, да. Или так. Да, ну Зартис, конечно, класс да класс вообще. Если он здесь уже начинает фидониться, дальше будет только хуже. А, вижу я уже, что есть результаты первых раундов. Кто-то успел отыграть. Ну, 11 минут, правда, с начала матча прошло. Но, видимо, кто-то сдался или, как обычно это бывает, первые несколько раундов потекло, потому что многие команды проходят. Ну, потому что одно дело зарегистрироваться, другое дело, что нужно еще подтвердить свою регистрацию. И более того, еще зайти в лобби, собрать всех своих друзьяшек, своих компаньонов. Игру в 19 в Москве. Собранность нужна, и немногие команды, точнее, многие команды напротив первого раунда обычно не поспевают как-то это. Сразу вылетают из турнира. Вот, победитель этой пары, кстати говоря, встретится против одной из команд, H-Club или Hybrid. Смотрю составы пока на будущее уже сразу. Нет знакомых для меня имен, нет знакомых никнеймов, без понятия, кто такие. Там матч еще идет. То увидим, узнаем. Ну, не сдаются, кстати говоря, рейдинты прежнему катают, пытаются что-то нафармить. Перефарм уже дичайший, мне даже страшно графики показывать. Ну да, на 12 минуте лететь в 20 тысяч, это, конечно, нужно еще обмутрить. С другой стороны, конечно, можно оценить вообще, какие реальные шансы Team Secret, например, бороться в тех же самых закрытых квалификациях. Ну, очевидно, что они будут попадать на Европу, да, если вдруг опыталы пройдут. Там ведь все-таки тоже довольно сильные коллективы собрались. Ну, напомню тем, кто не в курсе, в общем, пропустил ту самую движуху с раздачами инвайтов и так далее. В этот раз Valve решили 6 инвайтов сделать прямых на The International, естественно. Остальных всех забегало. Там Пайлайтай, слушайте, могут набрать, Пайлайтай нафидел, Пуджик сделал килл, Пайлайтай тоже фидонит. Я убил, пишет Пудж, вот это красава, главное, чтобы успел сделать скриншот. Ну вот, ну все, как мы хотели, Пуджик сделал фраг. Убил никого либо, но Пайлайтай целого. Ну, все-таки у нас два фидера есть у Team Secret. Как мы выяснили, Артизи и Пайлайтай. Да, заход уже на хайграунд, падает тут линия понемногу. Ну, главное, что пуш потенциал есть у Team Secret. Самое главное при игре, когда нужно быстро закончить каточку. Есть экзорцизм, правда, кулдаун довольно большой. Но тем не менее, есть чем-то вырос носить, тоже хорошо. Ну и залетает, видимо, будет еще одна драка. Давайте, ребятишки, Secret, еще один скилл нужно сделать. Пудж, пудж, внимание, хук, отличный хук по пупею. Кушать его, кушать, тавер поможет. Не дали, ребят, лучше пусть сделать фраг, ну что ж такое. Трипл килл по Envy. Ну и где-то вот сейчас, вот совсем-совсем скоро. Игра должна закончиться. Ну, кстати говоря, хороший комментарий в Твиттере залетел. Артист наконец-таки сдержал слово и все-таки выиграл на Эмбер Спирите. И то правда, на самом деле. Конечно, выиграл он в первом раунде Open квалификации, но... выиграл, что это самое главное. Можно даже сказать, если не вдаваться в подробности, что он выиграл на Эмбер Спирите в турнире от Valve. Даже звучит эпичнее. Причем мы не допустили ошибку, мы сказали все верно. Да, ну, говорят, что в Dota TV сложно найти матч какие-либо, но я подозреваю, что в Dota TV сейчас вообще что-либо будет сложно найти. Первые 4 раунда вообще забудьте про Dota TV. Просто там найти какую-либо... Ну, представьте, одновременно идет 512 матчей, и все они транслируются под одним, турниром. Как думаете, какой шанс того, что вы до конца игры сможете найти интересный вам матч? Ну, этот шанс тоже стремится к нулю, как обеда этой команды против Team Secret. Поэтому стримы, все, что вам... поможет на данном этапе следить за любимым коллективом. Потом уже, когда команда останется поменьше, там, что в районе 128, там одновременно будет 64 игры, там уже можно будет как-то пролистать, посмотреть.
пошли приветы уже. Понимают, ДТ, что все близится к концу уже. Байбэки пошли. Ну, может, еще один килл. Один фраг какой-нибудь. Ну, давай, под ГДС, Свен. Пошел, пошел, пошел. Хорошо, вот можно, 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 можно полайтает. Неплохо ведь пробивает. Не пушьте, плиз, они еще не успели полностью рекламироваться. Radiant's top barracks are under attack. Radiant's top barracks has fallen. Так, я пытаюсь красить информацию по нашим параллельным трансляциям. Говорят, что они не были еще пока запущены, но, ребят, процесс. Я точно знаю, что Вова готов там запускать. Radiant's top barracks has fallen. Так, ну спирты, скорее всего, у нас будут вообще на третьем канале. Значит, полярить будем смотреть на втором. Сайлент креп выздоровел, наконец, более-менее готов сражаться, готов на интернет что-то попадать, поэтому есть повод поболеть в этот коллектив, я-то сам буду очень серьезно переживать за них, думаю, что смог. Ну что, где ГГ-то? Мы дождем сегодня эту самую заветную группу? Ну, вообще, 17 минут пока. У нас рамки до 20-й. Сильная команда, которая действительно прям команда тир-1 вообще уровня с... любым стаком паперов там, или даже не паперов, друзья, что должны расправляться не более чем за 20 минут. Если уже больше, то это уже моветон, это уже плохой тон, это уже значит, что где-то не доиграли. Нет, это тоже понимает, кстати говоря, ДТ, говорят, 20-й не снесете. На самом деле, если хотите 20-й дожить, берите тинкер какого-нибудь, или то, что позволяет вам откушивать довольно быстро. Конечно, первые игры. А просто позволяют на самом деле раскликаться. Выбираешь себе героя, где нужно кнопочки понажимать. Ну, особенно для кор героев, конечно же, зависит для кор игроков. Потыкали, потыкали, работает, не работает. Потому что дальше было проще. Что, может быть, еще парочку фрагов? Да, снова Эйпер Спирит нахилил. Боже, артист 3 раза послушал. Ну, я не знаю. По-моему, это очередной... Ша. Так можно артить. Просто из 5 фрагов, сделанных командой противников, 3-й погиб Эмбер. Страшно, Бульба тоже может отъехать. Бульба, Бульба жив. Скажи, Бульба. Бульба погиб, они еще и Бульбу потеряли. Так, мы считаем топ питера. Значит, 3 раза погиб артист, по разу подадай Бульба Эмбер. Купей там постарается, на самом деле. ГВП. Ну что, все-таки до 20-й успели, да? Даже 20-й смогли. Победа Team Secret. Отлично. Ну что, Team Secret начинает пока без особых проблем. Первый матч они взяли. Ну, что я могу сказать? Ребят, будет пауза, как я вам обещал. То есть мы стартуем, например, условно в 19. 20 минут.